Прямо с самолета президент компании «Винкрам Пуни» отправился на завод. А это кука, да, все? 15 лет назад президент крупнейшей лекарственной корпорации «Фармасинтез» предложил руководству края построить в Уссурийске завод по производству инфузионных растворов. Так появился завод «Истфарм». Сегодня это предприятие мирового уровня. Современная линия, которая автоматически управляется без большого участия оператора. Он уже не крутит вентиля вручную. Современные роботы делают практически все. Даже линия контроля механических примесей автоматизирована. В России такого нет ни на одном фармацевтическом заводе. Все это повысило производительность и снизило себестоимость продукции. Это миссия, которая заключается в том, чтобы делать высококачественные лекарственные препараты доступными для нуждающихся в лечении пациентам, системам здравоохранения, лечебным учреждениям и так далее. Вот. Это наша основная миссия. Мы сегодня выпускаем больше 20 миллионов флаконов. Есть определенная норма на жителя использования этого препарата. Она усредненная. Поэтому продукция не только на Дальнем Востоке, не только в Восточной Сибири, на Урале. И, конечно, 50% продукции ходит в центральные регионы нашей России. В день рождения предприятия обсуждали не только достижения. Строили планы на будущее. В планах строительства в Приморском крае завода по производству препаратов для парентерального питания. Ольга Сумкина, Олег Бумиструк, «Панорама».